У какой большой это, смотри-ка. Сгу. Значит, мы приехали в так называемую зеленую школу. Зеленая школа — это типа экологическая школа. Здесь все построено из бамбука. Здесь есть очень красивые большие здания из бамбука. Здесь учатся дети всяким, как посадить рис и так дальше. Охрана, к сожалению, нас полностью на всю территорию не пустила, поэтому мы видим только мост сегодня. Огромнейший мост, построенный из бамбука. Вот он. Чё? А? Завтра тут нормальный день для посещения, но мы об этом не знали. Вот такая вот бамбуковая штука. Говорят, она очень красивая, если ты там вот на камнях стоишь, снимаешь. Я потом покажу фотографии из интернета. А вот охранник, а вот Катя стоит с фотоаппаратом. Yeah, can I go? No? Okay. Нельзя ехать. Thank you very much. Tomorrow no problem, yeah? Yeah? Tomorrow no problem. Tomorrow, yes. Okay, thanks. Hello. Чё трясёт?